А могу вообще ударить по нему и убить его? Блин, ну да, я сгорю. Вот Сильвана, она иногда может так выйти, что... Охренеешь. Куда, зачем же ты ауешишь, друг мой? Ауешить-то зачем? Представление команды. Довольно давно родилась идея подобного набора. Так вот, основа здесь, конечно, Волджин. Волджин с максимально прокачанным перстнем ускорения. Это мега имба для ПВП. Ускорение всех вообще заклинаний тьмы. Мне кажется, это то, что вот будут нерфить в первую очередь, потому что слишком жестко перстень тьмы. Конечно же, прокачанное проклятие слабости по максимуму, потому что очень хороший прирост она дает, даже в сравнении вот с другими цифрами. Ну, то есть, и здесь неплохо дает. То есть, например, вот если мы возьмем какого-нибудь ту же самую там Син, то там просто плюс один к единице добавляется. А здесь плюс один к единице урона и еще и скорость на единицу. Ну, то есть, чуть-чуть получше. Здесь же вообще давалось на плюс два всегда. Потому что плюс один к уязвимости тьмы и плюс один к АУЕ. Вот. Две другие, в общем-то, у меня пока не очень сильно прокачаны, всего на тройку. То есть, хочется удар тени во вторую очередь, наверное, хотя хрен его знает. Непонятно. Но, наверное, удар тени я во вторую очередь буду качать. Да, потому что, опять же, здесь всего плюс один получается, а здесь плюс два. Ну и в сочетании с Волджином у нас идет Тамсин. А, Тамсин, который я могу сразу же стрелу тьмы загрейдить в 5. Потому что, в общем-то, персонаж в виде пожирателя бездны мне не очень сильно нужен. Здесь у меня в четверку вкачанное оружие призывателя, значит, бездны 25-25. Почему? Потому что в первую очередь прокачано занавеса теней. У меня сочетание тьмы. А урона тьмы плюс 5 это много, да? И это быстро, это хорошее заклинание. И чем оно будет больше висеть на столе, тем сильнее, соответственно, ну, больше всяких комбинаций можно провернуть. Но в то же время, если мы будем вешать плюс spell damage к персонажу, то его захотят убить. И, соответственно, вот это вот как раз-таки оружие у меня поэтому и лежит. Потому что, ну, типа, хочешь убивай, но после нее вылезет неприятность, вот, скажем так. Но пожиратель бездны редко очень использую, получается так. Мне как-то стрела тьмы чаще заходит, поэтому я ее прокачал. Это тоже АУЕ очень хорошая. Натали, да, я понимаю. Значит, помимо этого, в сбор тьмы у меня еще идет Сильвана. Сильвана, ну, стрела Банши прокачана, чтобы быстренько стрелять и вырезать каких-то магов. Ну, честно говоря, конечно, так себе она у меня прокачана. Единственное, что могу сразу же еще оружие вкачать. Тут тоже такой момент. Значит, мне очень хочется, на самом деле, за королеву все же чуть-чуть вкачать. Потому что 7 это слишком дорого. Это редкая ситуативная способность, но иногда она заходит. Прям хорошо заходит. Вот. Возвращение души, ну, слишком медленно получается. Тут тоже не очень хочется качать. Я думаю, что самое правильное качать это клинок скорби, потому что она у меня именно в этой конкретной тиме, она нужна для того, чтобы врываться и убивать быстро. Вот, поэтому да, я прям сразу вкачаю разочек. Вот. Смертельный залп есть еще такая штука, которая наносит случайный ему урон, да, при атаке этого наемника. Предсмертный хрип. Вернее, предсмертный хрип наносит случайному противнику урон, равный атаке этого наемника. Но, честно говоря, фиг его знает. Ну, типа, не под такое, как мне кажется. Вот. Кэрил, персонаж, который должен просто отбиваться от Самура. Пока Самура еще достаточно много плюс Зирелла, соответственно, она вот у меня вкачана. Вкачана, разумеется, Фолиант Света до 8. Это самое основное, что у нее качается против данной комбинации. И два персонажа, которые мне, в общем-то, заменяемые. Они не сильно мне нужны, а именно Керн, как дополнительный танк, но, в общем-то... Керн это просто парочка, палочка-выручалочка во всем ПВП. Он мега классный, у него супер хорошие способности, у него одна способность дает провокацию, ускоряет, вторая способность наносит АУЕ, замедляет всех. Но здесь как бы еще неплохая реинкарнация, просто дополнительная жизнь, что, кстати, может быть, я ее прямо сейчас прокачаю. Вот. Ну и в целом он нормальный, хотя очевидно, что, конечно, я хочу его заменить на Лича. Ты брал предзаказ наемников? Да, на Сильвану брал. Вот. Там Син, абилка дамажит хорошо, абилку на хрип вообще никто не использует. Никто не использует, потому что все идиоты, кроме меня. Ответ нормальный? Керн, да. Керн, блин, классный. Но, честно говоря, не очень вписывается в тему. Все же хочется Лича. Лича, но Лича надо еще качать. Я даже не знаю, что на самом деле Керна прокачать. Ну, типа это... Не...
Здесь мне на самом деле не так нужно ускорение прямо сейчас. Наверное, я должен взять, ну хотя бы плюс один всего. Не, я возьму вообще, вот прокачаю реинкарнацию. Реинкарнация хороша. Реинкарнация хороша, я ее беру. Ну и последний, Вун. Вун тоже персонаж, который, ну, просто поскольку у меня особо никого нету нормальных, я вкладываю его. Типа, можно какого-нибудь Самура брать? Можно Самура брать, но чё-то не знаю. Без каких-либо синергий, мне кажется, что я лучше буду брать Вуна, которому не сильно привыкли, и который может что-то выдавать тоже неплохо. Чем я буду брать Самура, который у всех, который все знают. Вот. Он очень интересен, если прокачать ему седьмую задачу, да? И здесь все прокачать, потому что в конце получается, что если мы неуловимого змея прокачаем, и вот это прокачаем, то там, по-моему, 50 урона. Вот одной обилкой 50 урона выдаешь, это много. С этим стоит считаться. Хотя, на самом деле, на его место у меня, конечно, припасено для как раз-таки Тириона. Тирион, который, в общем-то, так же прокачан, как Вун, по сути. Но на той же самой прокачке он выглядит слабее. Вот. Прокачается до конца, мне кажется, он будет сильнее. Ну что ж, вот такая вот у меня тима. И, в общем-то, поехали. 4 синих. Хрена себе. А кто может быть 4 синих? Это может быть природа? Максимум природа. Ну, похоже на максимум природу. Ну, слушайте, максимум природы, это значит, что я могу Керна достать. Это мне так подсказывает. Хотя Керн первую способность все равно не может. Не, ладно, хорошо, Керн отстой. Могу зеленого достать. Ну, можно. Зеленого 2 синих. Погнали. Зеленого 2 синих. Селивану, конечно, хочется во вторую волну уже доставать, но ладно. Я думаю, что сейчас будет... Ага, никто, говорит, не берет. Ну, вот это берет. 10-10. Не, я буду Волджина убирать. Волджин наиболее неприятный персонаж. Я должен его убрать моментально. Самур, это, конечно... Да, ну ладно, хорошо, мы размен сейчас устраиваем. Скорее всего, Волджин на Волджин будет. К сожалению, он меня убивает, да, через Самура. Мне нужно было защищаться, у меня, конечно, не та ситуация. Значит, ну давай, закроемся. У нее еще и прокачано не через... А, нет, через то. Спасибо, я такой... Не, да, через... Не через иллюзии прокачано. Я неправильно сделал, мне оно не надо было. Значит, давай защищаемся. Это убивает. Но нам лечение особо не надо. Я, кстати, могу даже его сейчас достать. Хорошо. Пусть думает, что с ней делать. Особо не важно. Больно, конечно. Вот это интересно, то, что он сейчас уехал. Хорошо, а я могу сейчас полечиться. Я могу сейчас полечиться. А у нее-то плюс пол дэмэдж. Мне сейчас обязательно выйдет, я так думаю. А уеха сейчас выйдет. Ну давай. Уеха так уеха. И да, надо там син убирать. Сейчас Натали выйдет. Портмант, которая. Брукан. Интересно. Так. Амура. Думаю, что я лучше так сделаю. Так, что мы можем сделать? Что мы можем понять вот из того, что он сейчас достал? Значит, у него остается природа и Малфурион, да? Я на это ставлю. Природа и Малфурион, значит, мне что? Значит, мне желательно убрать Брукана. На самом деле. Да, неприятная штука, но пофигу. И да, я здесь прокачаюсь. Ну и поехали все в Брукана. Как оцениваешь умственный способ? Я не собираюсь заниматься подобной ерундой. Я же не сторонник Алексея Навального. Как я подлил масло в огонь. Я просто последнее... Так, все. Хорошо. Окей. Так, ну вот здесь он выглядит, кстати, Керн очень даже ничего. Хотя, конечно, я под двух этих подставляюсь. Не, давайте Вуна. Просто я скорость себе дам. Ну ладно. Змей. Погнали, змеи пока что. Хотя, на самом деле, я могу его быстро убить, да? Это у нас 24, даже больше, чем... Да не, подожди, я же вообще его убиваю с одного выстрела, правильно?
Потому что здесь плюс 5. Плюс 5 это 17, я его сразу убиваю. Да, значит змей. Значит змей. А здесь я могу уже, наверное, даже самуру убирать. Ну а здесь я ударюсь туда, потому что... Ну, в общем-то, мало здоровья. Здесь тоже есть spell damage. Так вот, я, собственно, о чем? Я тут смотрел... Тут недавно был International, в котором победил Team Spirit. И, ну, в общем-то, первая российская команда, которая победила на International. Огромный-огромный хайп, все дела. И их, в общем-то, поздравляет Владимир Путин. Ну, чисто стандартное обычное письмо там: «О, вы молодцы, ребята, бла-бла-бла». Ну, то есть, вообще ничего такого. Серьезного. Ага, хорошо, там син. Ну, кстати, вот это он хрен делает, как мне кажется. Как мне кажется, он делает достаточно хреновый ход. Куда, зачем же ты ауешишь, друг мой? Ауешить-то зачем? Не очень понятно. И все начинают писать, просто пишут, ну, типа, что типа он это написал для того, чтобы они заплатили. Ну, сколько, боже, вам лет, чтобы такую ерунду вообще в голове иметь? Это... Ой, жесть. Так, что мы хотим? Мы хотим его убрать? Не, давайте мы разберемся. Мы что мы хотим? Кстати, я могу и за королеву сделать в этот раз. Я могу за королеву сделать, потому что вот сейчас это действительно много наносит. Spell damage, честно говоря, знаете, spell damage, это что-то не особо-то и... Не, ну можно spell damage, но мне ее убьют в любом случае. Не будет лечения, у тебя на лечение? Если вы применяете способность магии природы, установит вашим союзником... Да, ну такое. Ну ладно, хорошо, давайте, я так сделаю. Чтобы его чуть-чуть подкачать. И так сделаю. А ты, в общем-то, просто убьешь ее. Если что. Ну или неважно, куда оно там залетит. Давай, хорошо. Максимум тебя. Так, хорошо. Да, это неплохо ты ударил. Это неплохо ты ударил, это тоже неплохо. В целом. Это тоже неплохо. И у меня дракон остался. Значит, ну последнее у него, я знаю, что у него гаф. Не сомневаюсь в этом. А что мы можем сделать против гафа? Он мне убьет, скорее всего, Сильвану сейчас. Мне бы, на самом деле, бы хотелось бы его бы убрать. Но в то же время мне хочется и Малфуриона убрать. То есть мне нужно... Короче, вот это непонятно. Я еще одного дракона достану. Да, мне ладно, я понимаю, что я буду делать. Давайте. Значит, дракон у меня будет. Здесь у меня будет... Гафа я буду последним. Мне по-любому нужно вот его убирать. Его хочется убрать. Но, блин, этот прям супер опасный челик. Давайте, давайте, давайте. Давайте просто вложимся. Да, это болезненно-болезненно. Это супер болезненно. Он все быстрее меня сделал. Ну ладно, у меня... Только не в иллюзию. Хорошо. Но все равно, конечно, слабовато. Все равно, конечно, слабо. Все равно, конечно, слабо. Ну ладно, хорошо. Ситуация в его пользу сразу, да, моментально стала. Ну что делать? 8-8. Давай сюда, сюда. Давай сюда. Ты бессмысленно, но он все равно сделает быстрее. А вот на следующий ход я могу затормозить его. Давайте, мы сначала топот сделаем. Это сюда. Поехали. Кэрн, он же мне сразу не уберет, не уберет. Единственное, что могу посоветовать, смотреть игры, где основная аудитория 10-14. В доту не 10-14 лет играю. Дот как раз таки уже достаточно взрослый. Фиг, ну относительно. Для студентиков. Просто мне смешно вот это вот само восприятие людей, что... Ладно. Ну просто забавно. Вот это, конечно, жутко неприятная штука. В итоге я идти, я и этого оставил. Ой, все, ой, гг. Ну да, ладно, он меня победил. Самура очень много надамажил по итогу. Да, здесь я уже никак не выиграю. Неправильный, ну хотя, я первую цель правильно выбрал. Мне просто нужно было защищать, по стандарту открываться. Мне не нужна была Сильвана на старте. Вообще не нужна была. И очень бы было бы здорово, если бы со третьей обилкой уже не так важно. Да, ладно. Побеждает. Ничего не могу сделать. Ну, это, кстати, интересно, что он, играя через природу, не открывался. Так. Ну, я вижу 2-2-2. 2-2-2 там, скорее всего, будет Самура, поэтому я пошел. Я так открываюсь. Открываюсь.
Ага. Ой, это за открытие, это, боже ж ты мой. Так, Керн, Лича я буду убирать первым номером, он неприятный. После того, как погибнет цель, этот наемник получает плюс 7... После того, как погибает любая цель, этот наемник получает плюс 7 к здоровью. Неприятный персонаж. Здесь мы в любом случае прожимаем способность, значит, этот у меня только обморожение, да, делает? Только обморожение делает. Керн только атакует, и ты сейчас... Всем, кто еще... Так, от противника всех ролей... Нет, подожди, а. Атакует противника, если следующая способность срабатывает на 5... То есть он всех сейчас заморозит, да, получается? Ну да, мне кажется, правильнее всего именно Короля Лича убирать. Угу, хорошо. Начну я с подобного хода. Ну, кстати, может быть, мне правильнее было бы... Так, этот умирает. Железно умирает. Здесь мы так делаем. Раз, два. Я, собственно, не вижу никакого смысла что-то придумать другое. Что ты делаешь, значит? Наносит противник 6 единиц урона, повторяется за каждого противника, который еще не совершил действие. Ага, значит, скорее всего, он будет огненный топот делать. Скорее всего, он будет огненный топот делать. Хотя он 6, я здесь, возможно, успею. А этот, скорее всего, будет повышать скорость, чтобы этот быстрее прошел. Огненный топот. А Лич что будет делать? А Лич может себя лечить, но он уже себя не... Лич ничего уже не делает. Хорошо, поехали. Ну, это мы правильно прочитали? Тоже мы правильно прочитали. Только сел ПВП поиграть, называется. Тут уже... Тут понимаю, что к чему. Хорошо. Хорошо. Сильвана. Ну, нормально, более-менее стоят. Давайте мы будем закрываться. А у Е наносит 13, то есть я в любом случае его убиваю, даже учитывая, что у меня... Ну, типа, нет, ну да, давай, так мы сделаем. Я думаю, что мне нужно все же начинать вот этого убирать. Сильвана немного напряженная, но у нее что, предсмертный хрип? Ну, такой предсмертный хрип. Так, хорошо. Я мог бы Керна сразу второй раз, кстати, убить. Двадцатку. Ну да, у меня сейчас убирает вот этого персонажа, но ничего страшного. Ничего страшного. А кого я хочу сделать? Я хочу, наверное, тоже красного достать. Я хочу тоже красного достать. Мне красный устраивает. Так поставим. Или как поставим? Подожди, ты атакуй... Ты... Нет, это Лич смежного атаковал. Поэтому мне в центр нужно... А хотя центр там родится сейчас 25-25, и что я буду с ней делать? Да, мне проще Керна достать в центр, хорошо. Итак, что мы хотим сделать здесь? Эти медленнее. Ну ладно, можно ускорить здесь. Да, это на самом деле жутко неприятно. Может быть даже, ну типа, то, что мы ускоряем, это вообще не имеет значения, поэтому мне лучше наоборот топот сделать, получается, что... А могу вообще ударить по нему и убить его? Потому что он супер напрягает. Ну да, мне что ускорение, что топ, то он не особо сейчас важен. А Керном убить вполне себе. Блин, ну это не получилось. Не получилось, что нехорошо. Королева. Блин, вот да, я ж говорю, вот Сильвана, она иногда может так выйти, что охренеешь. Ну поехали. Ну давай, тебя сделаю. Скорость сделаю. Давай так. А, может быть. Очень здорово ударила Сильвана. Туго. Ну, может быть, я успею сейчас просто пробить. У меня останутся зеленые против его синих. И очень это, ну, может... Блин. Ну, хотя ладно, хорошо, давай. А это набирает силу себя. Типа, что-то как-то переставиться. Так можно переставиться, что-то типа того. Давайте переставимся таким образом. Ты Вулджина достаешь. Все у меня замедлено. Давай Вулджина, я уберу.
На самом деле нифига не уберу, потому что у меня опять же все супер замедленно, он меня сейчас просто расстреляет. Окей. Да. Да. Ну, Диабло такой персонаж. Я к нему не привык совсем. Три кастера, один зеленый, один красный, два красных. Но, скорее всего, там природа будет. Очень похоже на природу. Максимально похоже. Ну, пошли, мы опять же так же будем открываться. Да, Зирелла. Интересное у нее открытие, честно говоря. Она тут при чем? Ну да ладно. Закрываемся, это вжариваем. Да, он неприятный, но этот еще более опасный, на мой взгляд. И плюс у него по двойной урон по нему идет, поэтому давайте-ка мы его быстренько и вырежем. Так, 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 так. Здесь мы делаем раз, здесь мы делаем два. Мы уже здесь ничего не успеем, он никак не выживает. Поэтому, что мы единственное можем? Ну, вдруг... Я не знаю, я могу ей проатаковать и попытаться кого-то. Но я же не успею нифига. А здесь лечение, ну, типа, может, лишний раз придется куда-то что-то кинуть. Хотя и вряд ли что-то придется кинуть. Ну, поехали. Цель не очень он выбрал. Ну хорошо, и лечение еще. Это я очень здорово сейчас это все сделал. Это мне нравится. Ну, выглядит как легкая Сильвана, чтобы убить Брукана. На самом деле я боюсь сейчас Самура. Потому что если он играет Зирелла, он скорее всего играет Самура. Но блин, Брукан тоже. Нет, я должен Брукан, мне кажется, убрать. Там по-любому сейчас будет еще Гав. Гав. А. Там нет Самура, значит, меня вообще ничего не беспокоит. Просто вжариваю его. За единицу, ну да. Так, секундочку, сейчас мы посчитаем. Ну нет, ну здесь по-любому у меня идет всплеск тьмы. Зачем мне кого-то это? Правильно? Да, хорошо, давай. Не хватает чуть-чуть урона. Ну ладно. Здесь добил. Здорово. Хорошо. Положение. Вот и Гав, ну как, ну типа, теперь мне его надо убрать, по-хорошему. Ну я могу просто ее убрать. Я могу плюс спел дэмэдж себе сделать, и она убирается легко. Ну типа, ну Гав, да, будет двойной урон наносить, но насколько это печально? Да что-то не очень-то и печально, по-моему. А могу я Гафу убрать моментально? Зирал этот кусок отстоя, вообще ничего не делает сейчас. Вообще ничего не делает. А сейчас мы посчитаем, значит, смотрите, у нас здесь... Идет плюс 5, то есть плюс 10 в общей сложности. И этот жарит на 16... Так, 19 плюс 5, да, получается? 19 плюс 5. 24. 24 у него здесь остается... Что у него остается? 50. Мне, кстати, мне, по-моему, хватит. По-моему, мне хватит, чтобы его убить. Да, должно хватить. 56, нормально. Ну да, ну и в общем-то он отъехал. На прощание вжарим еще одну уешку, которая добьет Зирелла, добьет вот ее. Ты вообще можешь провокацию выставить, чтобы он меня не дотронулся до меня. Ну и поехали. Топовая связка природы без Малфуриона, это почти гарантированный... Топовая связка природы без Малфуриона. Блин, что за отстой? Че, мне серьезно пытаться Керна сейчас доставать? Что мне даст? Что мне даст Керн? Я могу Улджина достать, попробовать. Воеводу Вун, вернее. Вот эти майнгеймсы. Давайте я Воеводу Вун достану. Верил. А, ну он такой же, да, плюс-минус делает? Хорошо. Ну что, мы, очевидно, срезаем его в первую очередь. Либо я могу ее убрать, но зачем? А что она мне дает? Ну, типа, по Волджину стреляет. Да мне как-то пофигу по Волджину.
Реально выложено все бьет. Хорошо. Этот супер медленный получается, да? Давайте я буду ауешить. Ну, получится убить его, но арм не получится. Хрен с ним, наверное. Вообще так себе, да, получается? Ну ладно, давай. Одинаковое. Ну ты не лечишься, хотя бы уже хорошо. Уже хорошо. Так, ну поехали. Что у тебя? К разговору о том, что никто не берет с провокацией. С предсмертным хрипом. Вот все берут. А все почему? А я даже не видел, что все берут, но потому что это очевидная штука. Так, хорошо. Хорошо. Ауешем. А даже если она полечится, я ее убиваю все равно. Давай. Да, он очень хорошо скейлится. Там всего, ну, мало прокачки, и он очень большие характеристики выдает. Да, минус 7. Минус 7, это приятно. Здесь мы еще вжариваем. И этот вообще ничего не делает. И он достает всех трех новых. То есть неплохо. А у меня сейчас все под спал дэмэджем. У меня сейчас как все вжарят, как все вжарят, как все вжарят. И Натали. Натали прям сразу мы сейчас вырезаем нафиг. Ой, как я сейчас жарю. Ну-ка. Да. Ой, хорошо. Ну, жалко, конечно, вот этот персонаж, но он уже сдается. Дьявол не такой жесткий, но я также буду открываться же, правильно? Я не вижу смысла другого открытия. Это ему надо придумывать, что-то придумывать. Он же не будет два красных доставать мне? Не будет доставать, ну да. Ну поехали, чё, мы также открываемся, нас ничего не парит. Так, он, видимо, будет другие цели просто выбирать. Хорошо. Хорошо. Нужно, аллигатор, тебе найти в прохождении дополнительные... В смысле, монетки, усиляющие... эти... усиляющие магов. Не знаю, зачем он лечится. Типа, пытаться сейчас меня как-то убить. Но цель он другую выбирает. Ну и этот, да, не сделал. Хорошо, мы на одинаковом сейчас бьем. На одинаковом бьем. Единственное, что я могу его убить быстрее. Я же его... Ну да, я его убиваю вот так. И он мне то же самое делает. Ага. Подожди, а почему... Ага, хорошо. Ну, типа, у меня все равно нормально все. Все окей. Поехали. Демон. К сожалению, я не могу делать дракон, потому что он супер медленный. 19. 19 урона, это 29 урона. 30, 38 в смысле. 38, даже если он полечится, все равно умирает. Значит, мне нет смысла туда кидать. Мне есть смысл, наверное, кидать в вот этого персонажа, потому что он супер неприятный. Ну хорошо, давайте. Давайте. Хорошо, сделаем так. Поехали. Хорошо. Это просто вейст. Получается. Ну хотя ладно, не такой же вейст. Так. Просто закрываюсь. Закрываю. Подожди, а ты что делаешь? Ты просто выстрел. У тебя же там атака есть, да? Еще какая-то. У тебя есть атака. Атака у тебя есть. Противника, натиск рока. Мне пытаться сейчас закрываться, а зачем мне... Типа я могу Сильван доставить, но... Мне нужна Сильвана. А может уверен, что мне нужна Сильван. Сильван сразу его уберу. Окей, хорошо, я возьму, достану Сильван. Я его ее уберу, его уберу. По идее я всех уберу сейчас. Ну типа, ну да, что ты... Красного достань. Ну ладно. Я еще могу усилить. А что еще? Ну подождите. Подождите, подождите, подождите. Значит, если я тебя еще усилю... Да не, все равно Сильван не убивает его. Мне нужно Shadow Bolt кидать. Угу. Ну ладно. Ну минус. Ну я что, я закрываюсь. Мне что, мне нормально. Мне норм.
Ну, такое себе, конечно, расположение, скажу тебе честно. Скажу тебе честно, расположение такое себе. Выглядит здесь как легкий выбор. А, тут все замедлено у меня, да? Сейчас как все замедлено. Я нанесу, даже если я spell damage получу, добавлю сейчас. Добавлю spell damage. А мне хочется добавить spell damage, честно говоря. То у меня будет плюс 10. Плюс 10. А она наносит 24. То есть я у него... Ну, кстати, выглядит, что за королеву. Да, ну, за королеву так себе. Хорошо. Я сделаю лучше так. Поехали. Открывается. У меня нафиг? Нет, он будет лечиться, скорее всего. Ну, я тебя просто добиваю, тут особо без фантазий. Ну, и тебя я просто добиваю. Что, это атакует-то супер медленно. Супер медленно атакует. Ну, да, окей, все. Я думаю, что я победил. Ну, да. И он сдается. Ну, сдаешься же. Так, три красных. Три красных. Кто может играть через трех красных? А, вот это Керн... Керн и Лич Кинг плюс что-то там. Плюс Диабло. Диабло, Керн и Лич Кинг и два этих, и две природы. Звери. Ну, ладно, я давайте все равно так откроюсь. Я не помню, какие цвета у зверей. Но, по-моему, там зеленый. Там мукло красный, зеленый. Нет, там, по-моему, зеленых нужно больше. Или данные играют? Ну хорошо, открытие понятное. Открытие понятное. Но он, в общем-то, умирает, она умирает, поэтому я просто в лицо. И слишком важно его убрать, да? Получается. Насколько прокачан, интересно. Там сим. Так, этот умирает. Это я могу тебя полечить. Этот умирает. Железно. Сразу. Интересный выбор там син именно. Ну ладно. Хорошо. У тебя с очередностью, друг мой, что-то не очень. Что-то не очень с очередностью, честно скажем. Ну, готово, давай, кого ты достанешь? Ну, вообще, он, конечно, писец раскачивается, он мне сейчас так молнии его вжарит. Например, на миллион. Да, просто природа еще одна, хорошо. Просто прижимается. Давай-ка в него вжаривать. Давай-ка вжаривать в него. Хорошо. Ну, 40. Охренеть. Ладно, два зеленых. Да, блин, он меня победит. У него два красных против моих двух зеленых окажется потом. Ну ладно, если я его убью быстро, то, возможно, не победит. А я смогу его достаточно быстро многих убрать. Сейчас, мы сначала посчитаем. Вот у нее будет 24 урон. 24 я сразу же убираю его. Да, и можно затормозить, наверное, ее, или в него. В него 10 плюс... Или нет, я хочу, на самом деле, я хочу дракон доставать. Дракон это то, что мне может вообще дать победу. Единственное, наверное, что мне может дать победу. Ну, погнали. Это легко умирает. Так, секундочку. Так, а если я делаю 4, это значит 14, я же его убиваю, я его убиваю. Так, я понял, я не так все делаю. Я не так делаю, я делаю 1, я делаю 2, я делаю тебя. Хорошо, погнали. Я быстрее уберу ему 2 синих. И, возможно... Не, ну ладно, у меня вряд ли Волдин останется. У меня останется как раз-таки коцанный его зеленый и два красных против двух зеленых моих и красного одного моего. И как бы в его пользу немножечко, но все же они будут коцанные.
Что там у нее за танки, непонятно совершенно будет. Здесь я еще его подкосил, неплохо. Ну да, это я понимаю, что ты меня убьешь. Ну чё, Керн? Керн так Керн. Керн. Но это слишком защитно, мне кажется. Вы так не находите? И еще он поставил ее, которая сейчас будет суперкачаться. Суперкачаться, и он поставил ее в центр. Ну, странный выбор. Я, кстати, могу, наверное, Сильвану прям сразу нажать, но могу на следующий ход нажать. Получает плюс 8, но по-любому же, да. Хорошо. Раз. Два. Ну и давай. Ты же очень много сейчас нанесешь по итогу. Не знаю, когда будут корректировки. Ах ты как. Ну хотя ладно, он все равно получает достаточно много. Достаточно много получает. Окей. Хорошо. 8-8. Ну тут скорее всего будет... Вот так мы сделаем. Так мы сделаем. Поехали. Ну что, он запровоцируется Керном? Ну, скорее всего, просто потому что непонятно, что еще делать им. Она атакует... Кстати, может быть, в дракона атакует? Какой еще? 2-2, по-моему. Если будет не считать. Да, это ожидалось. Это, в общем-то, тоже ожидалось. А вот этот удар не совсем ожидался. Хорошо, минус один. Вот этот дыхание, да, такое себе получилось. Ну ладно, ничего страшного. Да, мы что, мы просто защищаем наших зеленых и спокойно подстреливаем в него. Мало-помалу. Он же вряд ли сможет отличиться. У него такие не слишком защитные две красные карты, чтобы победить, как мне кажется. Не знаю, ну что, ему типа в атаку надо идти. А в атаку тоже не сильно ты пойдешь. Будет себе набирать урона, у меня как раз-таки Сильвана. Поговорит с ним как надо. Ага, хорошо. Хорошо. Перековать можно тьма, кстати. Ну ладно, я в любом случае, я вижу два зеленых. Два зеленых, это Кирилл я достану. Да, я по стандарту все сделаю. Сделаю все по стандартам. А, Мурлоки. Здравствуйте. Не, с мурлками я знаю, как бороться плюс-минус. Раз. Сюда. Сюда. Мурлоки, а скорее всего другие этот персонажи природы, да, будут. Сейчас он очень много урона получает. А, ты провокацию делаешь. Ладно. А вообще не атакует. О, это хорошо, это хорошо. Это мне нравится то, что он сейчас сделал. Это да, это неплохо. По крайней мере, то, что против чего я дрался, все пытались атаковать, получали кучу дэмэджа и отъезжали. Возможно, вот такая стратегия более верная. Сейчас посмотрим. С другой стороны, мне дает время. У меня, правда, тоже время, потому что он сейчас мурлок всяких разных достает, да? Этот обстрел, ептить его, ептить, сколько обстрел наносит дэмэджа. Ну ладно, значит, раз... Тебя. Продолжаем лупить из всех пушек. Вот это, скорее всего, убьет его, да? Ну, посмотрим, ладно. Да, я уже вижу, что здесь профит, потому что он не дополнительный урон. Ну, хотя, вроде не наносит. Но просто больше здоровья здесь остается. Непонятно. Ну, довольно шаблонная тактика. Я просто вот убираю одного. Убираю. Это тоже персонаж, что не очень-то и... Такой. Ауч. Ну хорошо.
Так. Это просто ауч. Хорошо, здесь. Так, это я тебя убиваю. 4. Не, я все равно успею. А у тебя сколько атака? 1, может быть. Но 1, либо 4, да, что-то такое. Здесь это тоже вряд ли успеет. Не успеет. Значит, это я уберу. В любом случае уберу. А что я хочу? Еще плюс пол дэмэдж хочу? Или я хочу куда-то наносить урон? Вообще, мне кажется, наносить урон мне сейчас бы очень бы желательно было бы. Да, с пол дэмэдж это уже поздновато. Давайте мы вот этого персонажа убирать будем. У меня, к сожалению, с ауехами уже не очень здорово все. Ладно, его провокация меня мало беспокоит. Здесь убрали. Вот это то, что у него вкачано на дополнительные 5-5, это, конечно, очень-очень сильно дает. Прям дает, по-настоящему дает. Ну ладно, сейчас мы потопаем. Слегка. Кстати, можно было бы... Ну, непонятно, можно ли было топнуть или нельзя. Пока у него определенное преимущество. Волжин. А что Волжин? Волжин прямо сейчас, не сказать, что прямо суперсильный. Да. Так. Кстати, я могу даже и вот так вот жарить. Мне кажется, это вполне себе оправдано, да? Могу даже вызвать, может. Ну, хотя 18 урона. 18 урона много. 18 урона действительно дофига. А если я сделаю... Вот так. Ну-ка, попробуем. Окей. Вот так. Ну ладно, нормально, допустим. Тут у меня персонаж уже умер. Но в целом мы как бы... Я вышел вперед чуть-чуть. Кэрил Тамсин. Окей, ну я, очевидно, я тебя убираю. Это вообще ничего не делает. Вообще ничего не делает, его убивают моментально, да? Но с другой стороны, я ее убиваю. Его убиваю. Он же тоже мне нифига ничего не делает. Так, ну давай-ка я Тамсин, наверное, постреляю. В нее постреляю. Давай, а потом на следующий ход я, может быть, даже срежу здоровье с него. У меня даже остался еще карт на столе. Это, конечно, друг мой, провал. Это провал. Ага. Согласен. Выглядит как свет. Ну, 5 кастеров. Это, наверное, Кэрриэл, какой-нибудь Андуин, Велен, Зирелла, Натали Портман и Утор. Похоже на правду? Ну, кого ты еще 5 кастеров положишь? Поехали. А это я. Только хрен его знает, что они что делают. Так, значит, гнев правосудия восстанавливает союзнику. Дает им провокация. А у него вообще без кулдауна. У него 2 без кулдауна, да? Он может что-то много чего делать. Это восстанавливает. И это восстанавливает. Так, у тебя что, хрип? Так, ну я Велена должен убирать. Мне кажется, Велен самый неприятный. Ну, поехали. Поехали. Понимаю. Плохо полечился. Так. Давайте-ка я дракона достану. Давайте-ка я так достану. Проклять слабости сделаю. Больно. Это хорошо, это не очень. Ну ладно, хорошо, допустим. Мне ее надо как-то вообще прям держать ее как можно дольше. Но мне выглядит как строго Сильвана, и я должен убрать его быстро. Мне кажется, так. А ты мне заморозку делаешь. А кто, Зирелла, да, наверное, у нее нету? А кто у нее еще есть? А хрен его знает. Ну ладно, это у нас раз идет. У нас просто 2, все в него. Погоди, сколько это наносит? Это наносит плюс 5. Плюс 5, это у нас 17, 34. 34 плюс 12. Ни хрена не хватает, если я правильно понимаю. 34 плюс 12?
Блин, он все равно восстановиться может, да? 34 плюс 12. 12 же 12. Не хватает. Не хватает. Ну, типа, ну да, надо все закидывать в одного, получается. Воевода вун, да. Ну хорошо, давай. Мне, конечно, будет медленно замораживать, но что делать? Ух! Это много ему дает, походу. Это ему писец как много дает. Ну ладно, допустим. Себя делаю. Давай тьму мы сделаем. Ладно, это неплохо я сделал. Это тоже нормально, и я минус этого делаю. Ну, правда, тоже получаю. Ну же, я буду ускорять, наверное, сейчас. Я просто тупо игнорирую пока что. Зрело. Ускоряем. Мне кажется, он опасней. А что у тебя за шквал? Ну да, мне кажется, он опасней. Давайте будем убирать его. Зерел-то как хорошо, да, против него. Ладно, все равно 20-ку, все равно неплохо. Но правда, правда, правда. Не, он победил. Тут я уже фиг что сделаю, походу. Просто синий, синий, синий. Ну, пытаемся, не знаю. Ну, нет, мне кажется, что если ты даже... Ну, это точно не... Вот, кстати, хрен его знает. Если встретят они Самура плюс Зирелла, то мне кажется, там же сразу пойдут умирать персонажи. Давай полить. Ну хотя какой смысл лечить? Давай так ударим. На 23. Ну да, здесь слишком все хорошо у него. Прям слишком хорошо. Эх, и да, и куда надо. Ну ладно. Чисто куда надо. Я его даже не убил сейчас. Надо сдаваться. Ну, моим сетапом тяжело. Я не знаю, я правильно, мне кажется, выбрал цель Велена.